Ой, что же делать сегодня выходной? Что придумать такого интересного? Может, Настю Петрову на батл позвать? Точно. Настя, гу на батл. Ой, воу-воу-воу, кто меня позвал? Но, Дим, мне кажется, нет, не стоит. Мне страшно. Что, тебе слабо, что ли? Нет, нет, Дим. Давай на батл, гу на батл. Ладно, я согласна. Так, Настя, ну что же, в рамках батла, что же ты мне приготовишь на завтрак? Тебя. Так, ну что, первый батл, да? Первый батл, да, Дим, я готовлю себе завтрак. 30 тебе хватит? Ты да. Ушел, готырь? Да. Все, отлично. Давай тогда я тебе омлет сделаю. С чем, на чем, как? Секрет? Вообще. Да, правда, у меня волосы не завязаны, прости. Ну, буду есть яичницу с волосами. Можно еще на холодной сковородке приготовить. Да? Ты так умеешь? Да. А вы можно, кстати, вообще даже, не знаю, землю приготовить. Да? Ну, погрелась? Погрелась. Смотри, учишься? Ну. Опа. Мы забыли помешать, поэтому будем мешать в сковородке. То есть масла не надо, да? Масла, да, не надо. У тебя плита хорошая, сковородка хорошая. Яичница на воде ты предлагаешь? Это круто. Такого со мной еще не было. Так. Прикольно. Ты готов к секретному ингредиенту? А что ты смеешься? Это... Я знал, что ты... Это что, вот, да? Да, конечно. Я думал, что это прикол. Нет, это не прикол. Ты нажарила, сало наварила. Сало да? наварила, да. Ты вот овсяную эту пьешь же по утрам? Овсяную, да, овсяная вот, тварь. Овсяная тварь, а это будет яичная тварь. Блин, я вчера успел только на 5 минут заехать. Много чего не купил. Так, соль такая... Вот такая здесь. Вот. Розовая. Отлично. Приятный цвет. Я очень хочу, чтобы ты вкусно правильно питался. Я забыла, где у нас ложки. Вот они. Да. Да. Ага. Это то же самое, что типа... Тебе пересаливать? Как это? Не досол на столе, пересол на спине. Томатный соус. А это вот уже интересно. Не, ну послушай, я на самом деле, когда в общаге жил... Все, сейчас водичка. Ну, блин, это аппетит. Сейчас водичка испарится. А не легче было просто сварить? А может зелень или пиздец? Тарелки. Любви. 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 Главное, субботу, конечно. Обалдеть, мне так понравилось. Это ты мой еще больше на молоке пробовал. Боже мой. А мы с одной тарелки кушать будем с тобой? А, то есть я сейчас только о тебе подумал, да, получается? А, хорош! Ну что, готова яичница? Готова? Готова? Готова, готова. Яичница на воде. Заслужил. Да, ага. Так. Мы не убрали эту пасту. Ой. Ой, сорян. Подумал уже о нас. Да. А продолжение прекрасного завтрака смотрите у Димы. Значит, да. Ну, говори с любовью, да? Да. Так, смотрим. Как вкусно! Но мне кажется, ты с заданием справилась. Спасибо, значит, можно есть, да?
реально впечатляет. Послушай, ну на самом деле чего? На самом деле с томатным соком, кстати. Да. Не, да, нормал, скажи. Да. Правда, пересолила, но это... Ну, я не слюблю, потому что... Чувство. Дмитрий, ну ты же понимаешь теперь, что будет у тебя задание? Что, ты грачный? Конечно, у тебя задание приготовить коктейль с закрытыми глазами. При этом у тебя будет 5 элементов продуктов, которые ты сможешь выбрать для своего потрясающего коктейля. Я так понял, несочетаемых. Естественно. И естественно насладиться потрясающим вкусом и дополнить свой завтрак. Так, ну что это будет сейчас, а? Ничего не будет, Дима. Ты только на слух сегодня ориентируешься. Поворачивайся. Так. Я ничего не вижу, вообще не подкопаться. Так. И давай на ощупь. Потрясающий коктейль от самого Димы Милана. Так, вот. Отлично. Послушай, давай я тебе тоже сделаю. Ну... Ладно, окей. Так, правила есть правила. Что-то вот это, что-то знакомое как будто бы. Ну-ка, объемка мало. Вот. Ой, как хочется пить, господи, этот звук сводит меня с ума. Давай. Так, немного, да? Идет. Так. Мари, смотри. Что там дальше? Ты приготовила? Ну, конечно. Вот такую штуку возьмем. Интересно. Я надеялась, ты насыпишь это мимо. Да, я криворучка, конечно. Шипит что-то? Нет, не шипит. А где он? Вот он. Да. Все, чтобы не запутаться. Так, ну еще... Я тебе помогу сюда. Да, что еще будем взять? Ты главное, бокал не держи. Не держи бокал, Дим. А, да? Конечно. Что, не туда льется? Водичка. Отлично, я сегодня не пью. Вот. А ты какая? Как два пальца об асфальт. Отлично. Так, что? Вот. А еще есть ингредиент? Да, вот, держи. Ну, это понятно, что. Это что-то из приправ, наверное. Что там происходит? Ничего. Теперь второй коктейль давай. Стакан под лимонад поставил. То есть лимонад там тоже был. Так, угу. Понял, хорошо. Вот, лимонад тут уже был. Это пустой. Пробку откроешь. А. Да, это был пустой там лимонад. Поэтому чуть-чуть лимонад добавляй. А, это лимонад. Да, чуть-чуть совсем. Так. Хорошо поставил. Я очень люблю. О, с любовью, как ты не с лишницей, да? С любовью, с любовью, да, да. Сейчас. Приправ. Угу. Ну и что? И шампанское, естественно. Желе. Это хорошо. Так, все? Бери бокал. Бери. Это он, да? Да. Где? За тебя. Ты нормально себе намутил это? А я? Алло. А как же, а если у меня гастрит, не дай бог, какой-нибудь? Жесть. Фу. О, потрясающе. Запах шампуня, запах прям мясной приправы. Какого-то, чего еще? Шампанского. Обожаю. Это божественный напиток. Я думаю, что... Лаура Альбертовна, его... пожалуйста, к вашему вниманию, лимонад. Ни при чем вообще? Это батл. Надо, мне кажется, его. Давай. Ты справишься. Вкусно.
обратно хочется. Яичницу доел зря. А? Фу, какая гадость! Жесть вообще просто! Фу! Надо запатентовать этот напиток обязательно. Ну что, на самом деле батла дома много не снимешь, и у меня появилась идея выехать все-таки в твой любимый авиапарк. Слышал, что последнее твое появление там вызвало бурю эмоций. Это нервно, да. Но все же, батл, я понимаю, что градус повышается. Друзья, мы едем в авиапарк. Если вы будете там, пожалуйста, приходите в большом количестве. Да, да. С тобой будет тяжело. Потому а что, когда помогут? У тебя задание, есть и у меня задание. Маски вообще не помогают. Я ходила с большим капюшоном, вот так, в маске. Ко мне со спины даже подбегали. Итак, дорогие друзья, вы даже не представляете, мы не успеваем грузить, а Дима мне дает в этот момент второе задание, и мы едем в авиапарк, поэтому ищите нас там, это очень-очень-очень интересно, и мне очень сильно страшно. Спасибо Диме! Я стал думать, что известность – это не всегда награда, это даже иногда бывает испытание или даже за что-то наказание. Не знаю. Ну, это тяжело в любом случае, мне кажется. Ну, да. Ты уже меня накормила сегодня. Вот именно с тебя. Куда мы едем? Куда мы сейчас поднимаемся? Мы поднимаемся на фудкорт, по-моему. Мы же хотим есть. Яичница-то была потрясающая. Всем привет. Если что, я у Мака. Почему ко мне никто не подходит? Короче, мы просто с Димой думаем, что заказать. Очень хочется есть. Очень-очень. Смотри. Понятное дело, я же хочу над тобой поиздеваться чуть-чуть, правильно? Ага, да. Немного. Так, батл заключается в том, чтобы ты стояла действительно вот этого лютого места. Вот. Работает наша-то, Петруха. Поиздевался надо мной, а мне кажется, что тебе пора сменить гардероб.
Поэтому мы отправляемся с тобой в женский бутик, какой-нибудь женский магазин, женский. Нет. Ты хочешь меня одеть вот в этот голубой свитер, может быть, нет? Нет, вы еще хуже. Дим! То есть вот это? Я не уверен, что сейчас это будет слишком, как ты сказал, как этот будешь, контраст, но с тем, что носят колобок, мужчины и девчонки. Телепузик, откуда эти с антенками-то были? Да, телепузики. Вот ты телепузик. Ну это, послушай, но я думаю, что я в этом как бы буду дожде подсказывать. Слишком аутентичен. Хорошо, сейчас кофту с ромашками. Ну классная штука, выбор. Женская она всегда, да. Мне нравится. Это тогда повесим пока. Кажется, это на шее закончится где-то. Вот так. Ну вот отсюда где-то. Такой тон. Ты так хочешь меня прям. Дим. Ну, все-таки поспокойней. Черный цвет. А он, как блестит? А он спокойно блестит. Ты же попросил поспокойней. В смысле? Это же какой-то, как это, голландский покупатель или как-то? Джаред Лето, понимаешь? Ух ты. А, нет, какой-то, я не знаю, тут один рука. Смотри. Тебе нравится? Мне нет. Тебе, мне, может быть, мне нравится? Очень нравится. Может, да. Тебе нравится? Да. Может, ты в таком быть? Я очень хочу тебя в таком видеть. Блин, батл теперь. Батл, еще раз. Как, батл? Вот это, да, вот это возьмем. Батл же заключается, понятно, в чем. Я выполняю это. Эти штаны у тебя какой размер? Иначе зря мы вообще. Возьмем самый большой, точно не ошибемся. Давай. Все, пойдем. Не могу их надеть. Чего, ты подглядываешь? Конечно. Правильно. Настя, ну раз ты это самое рулишь, подскажи, как? Вот сзади должен быть? Да, вот этот замочек сзади, Дим. Перед там. Помогни. Помогни, ты вот сиськи это... руки сунул, подожди. На. Блин, ну, это неплохо, конечно. А как с бретельки? Бретельки. О, можно поймать. О. Вообще, если что, это платье. Да? Да, ну на тебя оно будет как футболка. Давай поприличнее чуть-чуть. О. Идеальный мужчина года. Ну, с тобой в одной раздевалке сложно находиться, я пошла. Фу, да, одна. Потею, жарко мне, страшно. Нет. Блин, а мне нравится. Блин, мне тоже нравится. Нет, это круто, смотри. Да. Ну, теперь ну, что? Подожди, нет, помнишь, когда они говорили? Здравствуйте. Сколько? Да, сколько? Да, 100. Другая. А ты сколько? 80. А ты что? Сколько? Он говорит, 400. Он говорит, что так дорого? Ты посмотри, какой изгиб. Ну, выполнил, ладно. Да? Да. Спасибо. Просто позорить его не хочу. Что случилось? Особенно, Настя, после того, как ты меня одела, я не знаю, куда, в женский этот самый костюм, батл продолжается. Я придумал тебе полное преображение, так что скажи, ты готова? Ну, вообще, если нет, к преображению. А выбор есть, думаешь? Ну, я надеюсь, что да, потому что я не хочу преображаться. Мне все устраивает. Я согласен, но в чем тогда смысл игры? То есть, так я могу проиграть? Да. А там до чего может быть? Ну, тогда лучше проиграешь ты, Дим. Я преображусь.
Ну, батл, который приготовила мне Настя, это было вообще выход из зоны комфорта. Но как же здесь сегодня происходит у нас дела? А у нас вход в... Портал? Ну, короче, мне не дискомфортно, мне комфортно. Комфортно? Да. Блин, я так хотел, чтобы было комфортно, и слава богу. Ура. Эй! Это прям дорога. Это что-то новое. Черный дробой работает с кровями. Видишь? А, соответственно, если красным добавить где-нибудь по краю, где-то что-то так. Целлофан выкрасывает, да. Как красиво. Красить волосы в другой цвет, потому что мне очень нравится то, как я выгляжу. Прям это прям... Спасибо, Дим. Это что-то новое в моей жизни. Я готова переходить к вам. Отлично. Ты такие клёвые! Я не могу. Это очень круто. Мне очень нравится. Простите, блин! Какая... Как у меня разрез смущает. Мне кажется, это слишком вульгарно. Нет, ты чё? Всё круто. Сейчас как вас? Буду держать силе кулаки. Блин. Подожди. Во-первых, ты, ну, скажи, как? Мне? Ощущение по волосам. По волосам я просто в шоке. Мне очень-очень нравится. И я жалею о том, что я никогда этого не пробовала. Покрасить другой цвет, да. Сказать тебе вот почему я решился на красный цвет. Почему? Потому что я устал жить однообразно. Да? Да нет, не нормально.